Новый скандал в армянской церкви. Продали священное копье. Сегодня скандальным эпицентром Армении был Эчмиадзин, где активисты движения «Новая Армения», «Новый католикос» вторглись в здание патриаршества первопрестольного святого Эчмиадзина, и началась потасовка. Однако этот инцидент остался в тени, когда распространилась информация о том, что хранящееся в первопрестольном реликвии святое копье продано. Чтобы хоть как-то смягчить бурю возмущения, руководитель канцелярии святого Эчмиадзина епископ Аршак заявил, что ничего подобного нет, копье не продано, не повреждено, а лишь его кусок подарен российскому мэру. В практике общения церквей существует опыт обмена реликвиями. Да, по просьбе главы российской церкви подарен небольшой кусок копья. Это правда, сказал он. То, что реликвию армянской церкви можно вот так просто взять и отдать мэру одного из российских городов, абсурдный, оскорбительный, кощунственный факт для любого верующего, но только не для церкви Армении. Но армянская церковь сегодня решила этим недовольствоваться. Увидев, как пресса и интернет реагируют на происходящее, на этот раз вопрос решил вмешаться никто иной, как пресс-секретарь католикоса всех армян, священник Ваграм Меликян. На своей странице в Facebook он написал: «О, даже божьи люди сидят в интернете, не только их Пашинян. Страна блогеров». Чёрте что. На своей странице в Facebook он написал: «Официально заявляю, что информация о продаже или повреждении хранящегося в первопрестольном святом Эчмиадзине святого копья не соответствует действительности. В ближайшее время оно будет выставлено на обозрение верующих, и наш народ увидит, что всехристианская святыня в целости и сохранности». Библия считает ложь тяжким грехом, а когда врет слуга Всевышнего, это должно считаться грехом вдвойне. Как собирается Эчмиадзин показать целое и невредимое копье, если уже заявлено, что его кусок подарен российскому мэру? Любят они вот это дарить медальки Соловьеву, который гавкает на российском СМИ с телеэкранов, оправдывая медальку, и ему там Багдасарян подтявкивает. Любят они вешать медальки. А если уже хранящиеся в Эчмиадзине реликвии становятся предметом торгов и лжи, армяне должны всерьез задуматься, не подделаны ли другие святыни, и так ли незыблема армянская церковь и вера. Да, вот я считаю, что надо задуматься над всеми реликвиями. Я уверена, что по большому счету там сплошные фальшивки. Всего вам доброго, до свидания.